Вулкан Карадаг. Вот да, этот? Это потухший вулкан Карадаг. Потухший вулкан? Самое последнее извержение вулкана было приблизительно 150-130 миллионов лет назад. Во время извержения вулкан потерпел крушение. И вся береговая часть раскололась на 4 береговых хребта. Это вы сейчас наблюдаете первый береговой хребет Карадага. Угу. Карадаг в переводе с тюркского кара черная, а даг гора. Угу. Все остальное находится в открытом море приблизительно на глубине 1500 метров. Угу. А теперь обратите внимание вот на эту сторону. Эчкидаг. Это Эчкидаг. Опять же, в переводе с тюркского, Эчки белая, а так гора. Кара черная, а так гора. В народе ее называют три брата или Эчкидаг. Самый последний брат находится вон там, mm-hmm. вы за фонарным... Черный сразу. Нет, немножко ниже. Mm-hmm. Это есть. Именно под ним находится самое глубокое ущелье в Крыму. Называется оно «Ухо земли». Угу. Что-то еще? Вот, а теперь смотрите. Брат, вот это вот. Это брат, а это сестра. Вы включаете? Ага. Вот смотрите, вот это вот стоит трон. Угу. А чуть выше левее угу. король и король. Да? Как интересно. Я сам бывший лесник. Лесник? Егерь. У меня брат был егерь. Почему был? Убили. За то, что браконьеров поймал. Я такой же. Как звали брата? Петр. Я Сергей.